Всем привет, дорогие друзья, с вами Хаунд, мы продолжаем проходить Скайрим. Прибежал я в этот лабиринтиан, выглядит он бомбезно, зачетно. Если такое же хочу дома поставить, по-любому найму. Как там называют людей, кто это все строит? Дизайнеры? Архитекторы какие-нибудь? Ладно, куда мне там надо? Сюда? Сейчас мы сбегаем быстренько. Опа! Здрасте! Здрасте! О, понял, принял. С тобой бесполезно драться. Он еще и лечится. Тихо, 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 малой. Тихо. Опа, серфинг, погнали. У-ху. Нормально. Пошли, пошли, пошли отсюда. Тупо уходим. Сиди там дальше, крыса. И не вылазь. Как подняться-то? Тут должен быть нормальный выход. Или фу... У-ху. Понял, 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 понял. Мне не сюда. Мне вот эту главную лестницу можно? Мне же по-любому на нее. Ага. Ой. Догоняй меня, бомж. Я пока монетки успею собрать. Спасибо. Спасибо. Ой, как красиво. Здрасте. Вы кто? Савва, это Архимаг? А ты че умер-то? А ты че призрак-то? Да что... Не, ребят, все хорошо, но за мной трой бежит. Да, подожди, подожди немного, пусть они договорят. А то некрасиво перебивать. Понятно. Атма, ты тварь. Погнали. Ну ты еще пропадешь, и они... И он побежит за мной, да? Да. Назад, назад, назад. Я помню ваншотность этих тварей. Поэтому я тупо их игнорю. Ой, как тут красиво. Смотрите, какие стены. Блин, шикарный замок. Да что ты там делаешь, дебил? Заходим. Да тихо, 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 тихо. Это же то самое кольцо, которое телепортирует нас из любой точки в себя. А, ну, собственно, кроме Архимага никто не выжил, я так понимаю. Это все те пацаны, которые зашли. Призраки-то эти всякие. Саны. Спасибо. Спасибо за зал. Здрасте, приехали. Где ты раньше-то была? Когда за мной тролль бегал. А что мы делаем? Я забираю с трупов. Забираю с трупов хлам. Что так тихо говорите, ребят? Ага. Зачарованное оружие. Старинные книги. Секреты самого Шеридора. Кто знает, что мы найдем. Да, я вижу, что вы там нашли. Что если все это до сих пор... О, это ящерица какая-то. Против шестерых магов из коллеги. Вот так, сами типа... Мы с ними, типа, мы банда. Все, погнали, пацаны. Толпой. Тупо толпой. Пошли, пошли, пошли. Понятно. Это кидаловые называю. Они-то умеют телепортироваться, а я нет. Здрасте. Обнаружение жизни, спасибо. Очень полезная магия, я думаю. Хорош. Выучено заклинание. Значит, я маг намного круче, чем был раньше. Секунду назад. Ну все, я тут ничего не вижу, ни сундуков, ни прочего. Может двигаться дальше за этими призраками, которые телепортируются сквозь все. Я-то не могу себе такое позволить. Не настолько вкачанный. Мне бы призраком научиться становиться. Вот это клево. А так... Простите, сори. Я не могу. Я вон грибы могу собрать. Чтоб потом чем-то замутить клевое. Коктейльчик нас с пацанами. На вписоне. Кстати, я хату-то купил. Сколько же в ней живу, а на Василия не было. Во, нормально. Чё это? Ой, как тут пусто у вас. Здрасте, приехали! Ты кто? Может, не надо? Может, не надо? Лидия! Твою дивизию, а! Иди сюда! Помогай мне! У-у-у! Ха-ха! Нифига она улетела! Прикольненько! Не стой, пожалуйста, Лидия, а! Лидия! Ага, хорош! Солнышко мое, пойдем.
Просто беги, не останавливайся. Надо быстрее с этим справиться, пацаны. А ты чё прочный, слышь? Самый крутой что ты или чё? Тихо, малой! Я нажал на... Понятно. Короче, я нажимаю на букву инвентарь, смотрю на клавиатуру, а я не на нее нажимал. Вот так вот. Это называется. Ладно, мы люди не гордые. Пройдем с тысячного раза. Ничего страшного, все хорошо. С каждым бывают неудачные моменты. Я просто вырежу тот момент, когда я проигрывал. И все, я буду снова самым крутым. Тихо! Да что это, а? Он меня сквозь стену съел. Он меня съел сквозь стену. Парни, вы сами же видели? Я не виноват, честно. Он просто подошел и сожрал меня. Лидия, ты где твою дивизию? Слышь, может этих пацанов забайтить, но то, чтобы они подошли сюда. А потом тупо с драконом драться. Поняла? Это легкая тактика называется. Смотри. Сюда иди, сыч. Ага, ага. Поближе, поближе, пожалуйста. Давай, давай, дерись, Лидей. Она не против? Вот так вот. Давай, 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 давай. Сюда, по очереди. И хп мне, пожалуйста, сильно не тратим. А то я умру же сотый раз. Или какой там. Нормально. Сражаемся дальше. Восстановление повышено, значит, можно продолжать игру. Где у меня магия-то полностью? Вот она. А то его дурку засунул. А про вторую забыл. Ну, бывает, что теперь. Слышу, рот. Я Фарик позвал. Я остальных пацанов позвал. Лидия, тупо держу в курсе тебя. Конечно, нельзя, посмотри на него. А чё мы лежим? Чё мы лежим-то, я не понял. Лидия! Догадалась, слава господи тебе. Я уже имя бога не могу произнести. Давай, иди сюда. Опа. И пацанам остальным передать, чтобы они сувались. Так будет, скажем, сейчас по очереди валить. На тебе. Хорош. Еще. Давай, последний удар. Еще. Умница, Лидия. Тупо лучшая. Лучше тебя воинов не бывает сегодня. Да хорош там стреляться, ну, бомжара. Ага. Еще как ты умеешь, крыса. И все? Только своими луками умеете пользоваться. Дауны! Магию надо ждать по новой. Магию надо ждать по новой. О, нормально. Сейчас пойдет моя бабища там разберется с пацанами. У меня крики-то кончились. Ой, хорош, попал. Вот это четкие попадания. Ну все, давай замочи кого-нибудь там. А, да чтоб тебя. Сам на эти ворота. Лиди, только не говори, что ты там сливаешься. Вроде как дерется, нормально все. Я пойду помогу немного криком. Там левый пацан стреляет по ней. Опа. Не долетело, здрасте, приехали. Ой. Ой. Лидия, я помогу. Не волнуйся. Он же сейчас пустит холод. А, не в меня, в нее. Это хорошо. Вот так вот сохранюсь. Чтоб потом, не дай бог, не слиться. А почему с ней сделал? А, это я попал в нее, сори. Мой косяк. Давай, Лидия, он же скелет. Он не настоящий дракон, это фейк. Сейчас мы его с тобой загасим, смотри. Да он не может лучше, он бомжар, посмотри на него. Какая кожа. На тебе, крыса. Лидия, у тебя хп больше в 3 раза, чем у него. Убей его уже, ну. Почему я один сражаюсь? А ты просто стоишь там, машешь топором своим. И делаешь вид, что помогаешь мне. Да, конечно. На тебе. Мочи его. Мочи. Нормально. Мы выживем, мы справимся. Он так вот этим льдом и может своим слабеньким. Который по мне только дамаг наносит. По тебе-то наплевать. Ты посмотри, у тебя броня такая теплая, кожаная вся. Я ж тебе самое лучшее дал, что у меня есть. У меня бронированное бабище. А он отсюда вылез, да? Я ж, по-моему, такую штуку пробегал. Странно. В прошлый раз не вылазил никто. Когда я пробегал нечто подобное ямы. А тут, смотри, взял и вылез. Да хорош ты своим льдом уже стрелять, ну.
холодно. Тут в пещере так отопления нету. Ни батареи, ничего не подключили, дауны. Никакой... Никакого жизнеобеспечения людям. Я тебя прикрою. Чем огорчила ревизора. Чем ты можешь служить? Кости потаскай. Чем ты еще можешь бабище служить? Только кости мы и таскай. Показывай дорогу. Пойдем. Сейчас тебе покажу дорогу. Только лучников кости, к сожалению. Ах, пойдем. Покажу тебе, куда надо идти. Ты же сама не догадаешься, да? Если ты пришла оттуда, а единственная дорога вот сюда. Куда нужно идти, интересно? Можешь закопаться вместо дракона, я не знаю. Можешь скелетами рядом лечь под... Здрасте. Нам нужно возвращаться. Почему? Нельзя оставлять Гердуина. Какого Гердуина? Это кто такой? Это дракон был костяной. Скорее всего, он уже мертв. Ага. Теперь это точно мертв. Боги, что мы наделали? Так, кто принимает свет. Назад дороги нет. Значит, пойдем вперед. Ну да. Потеряно. Там, правда, люк открывается, что держу в курсе. Ну не люк этот, заборчик. Ага. Так, слава тебе, о город Бромиюар. Да будут эти стены стоять вовеки. Да слепнет враг от твоего величия. Да содрогнет любой, узрев тебя. Это я прочитал, да? Вот эти вот каракули? Это даже хуже, чем медицинский почерк. Так. О! Я думал, здесь просто дверка, знаете. Типа... этих... Еще один босс там, еще один дракон. И тыры-пыры. Здравствуйте. Я вас золото заберу, вы не против? Все равно там призраки. Призракам оно не понадобится. А скелетам подавно. Ну, сами подумайте, зачем скелетам золото? Что они купят на них? Новые кости, я не знаю. Они сундук-то прятать не могут нормально. По-человечачьи. А вы говорите... Это Лидия, я думал. Кто это идет? Что за ро... Моя твоя не понимать магию, верни, собака. Здрасте. Вы же явно не из мертвых. Конечно. Я по глазам это понял, чувак. Ты слишком плохо маскируешься. Ну, понятно, убей меня еще. Ясно. Почему-то вторая рука поздно выстрелила. Что происходит с этой... Морозный дух? Ага. Еще что ты можешь? Это ты сейчас со мной базарил на казахском? А? Морозный дух. Как тебе такое? Собака, а? Сожрать меня хотел. Это что? Пламя. А давай заберем, почему бы и нет. Угу. Я что-то разбил, но это не помогло, к сожалению. А, не помогло. Просто очень долго реагирует на это. Не вари, Музбен. Сиф не доске. Я тебе говорю... Ты мне обои дома поклей за 1000 рублей. Во всех комнатах. Ты не хватит на татарском базарить. Дайте мне, пожалуйста, свитки. Вот так вот. Я пойду попробую, хватит ли у меня хп. И прочий парашек, который мне давал Джазарга. Понятно. Все еще слабое бабище. Ну ничего. Мне засчитали квест. Что? Я же перезагрузил игру. Задание. Так, Джазарга. Не засчитали. Извините, ребятки. Но не сегодня. Ты чё, кулак-то достала, дура? Ты чё, хочешь, чтобы я на кулаках с ним дрался? Ты посмотри на него. Он явно против этого. Хе-хе-хе. Мочи его, сука. Тупо унижай бомжа. Ой, хорош. Ой, хорош. Дай мне магию огня. Да. Пока. Как его толкнуть? Вот так вот. Смлышь. Я словарный запас потерял, пока ты не упал. Это призрак, это пожестче, да? Я призрака вроде не видел. Интеллектом ли ты не блещешь? Я понял тебя. До свидания, мистеры и миссисы. Че, пустяк, он тебя еще убьет. Дура. Тебя... Кто мне всю хп снял? Кто мне снял всю хп? Ну все, это ГГ.
У меня нету магии. Ой, не магии. Зелье лечения. А если есть, то их очень мало. Кто меня стрельнул? Я повторяю, последний раз, кто меня стрельнул? Почему на карте 3 врага? А по факту только 2. На тебе, бомжи. У Лидии все плохо, она призраков не может замочить. А тут их 3! Лидия! Опа! Я думал, пройду мимо и спрячусь. Потому что ты ко мне сможешь телепортироваться. А я к тебе не смогу. Ага. У-у-у. Тихо, молодежь. Без приколов, пожалуйста. Здрасте, приехали. Так, это чё? Чё за читы, слышь? Окей, вот видите, этот тролль нарисован. Это значит, что мне задница в этой пещере. Опа! Прыгать нельзя на шите, я понял. Дубль 2. Показываю мастера паркура, смотрите. Опа! Застрял! 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 Хе-хе, не застрял. Обманул, обманул. Пока. Мне сундук, пожалуйста, можно? Зелье магии где-то было раньше. Равновесие где-то было раньше. Какая-то кровь смертная, бессмертная. Молодой человек, не трогайте женщину. Почему? Из головы. Не трогайте женщину. Мне еще детей рожать. Ой, хана. Я вас понял. Без драки в этой пещере никак. Окей. Здорово, мужики. Че кого? Че кого? Оп, Лидия, двигайся. Ты в меня, что ли, стреляешь, баран? Попутал противником немного. Возьми он Лидию. Она тебе ровня по скиллу. Будем втроем ее кое-как опять завалить. А представляешь, что будет со мной? Это один удар, и я в нокдауне. Спасибо за хп. Теперь можно дамажить их смело. Че стоишь, отранах, помогай! Ну сдохнет же она одна! Вот так вот! Их 4 уже! Ну что ты за меня приперся? Понятно. Ты Лидию еще убей, молодец. У-у-у. Они идут сюда. Держу в курсе. Теперь попасть не может. Лох. Стрелочный. Да хорош, Лидию уже трогай. Она сдохла? Лидия сдохла, спрашиваю. Я пойду проверю. Потому что придется перезагружаться, походу. Ага. Так и так придется. Лидия не самое удобное место выбрала, знаете, для этого. Опа! Так, как пацаны дерутся сейчас все здесь, я могу втихаря свалить. Только у меня почему-то звук забагался. Потому что кто-то стреляет. А он не пройдет, походу, да, у меня? Ну, понятно. Сначала бесконечно магия багается. Теперь звук багается. Клево. Максимально клево. А может, слышь? А это может быть... А этот... Астронах? Или как там? Астронах стреляет. Пойду втихаря, чтобы меня эти призраки не заметили. Они еще пойдут отдыхать. А тут такой хаунд убегает, типа... Здорово. Олд здесь. И пролетает. Тупо пролетает парень. Здорово. Я буквально так вот сделаю пару ударов. Ой, хорош. Посмеялись, хватит. Посмеялись и хватит, ребятки. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Пробегаю, пробегаю, пробегаю. Прыгаю вниз. Серфинг. Немного серфинга. Нет. Я что, должен говорить на вашем несуразном языке? Ну, вообще-то несуразный язык это твой. Корень нервно добавлен. Что, ты крутой, что ли? Почему он так видел? Слышь, что за дверь? Я же наверху не был, зачем эта дверь? Миллиард проходов. И, короче... Здрасте. Помните, я говорил про органианина, который с ними гуляет? Призрак. Знакомьтесь, это он. Лежит, тупо отдыхает.
И, по-моему, кстати, это не он, а она. Здрасте. Я полутаю немного, вы не против? Камень душит у вас. Какие-то колокольчики ядовитые. А почему они ядовитые, расскажите, пожалуйста. Соль, забери, дурак. Просто так, что ли, прыгаю? Я понял, я уронил, я нашумел. Мой косяк. У вас есть уборщица или кто-нибудь, кто за это отвечает? За срач в помещении. Потому что я убирать за собой не хочу. Я себя не на помойке нашел, извините. Ну, Лидия продолжает драться. Эти стоят, что думают. Вы чё, пацаны? Это лучник. Беспокойный, да это лох. Видишь, беспокойного не ставлю вообще никуда. Куда ты бежишь? Куда ты, молодой человек? Я закрыл дверь, оставьте спокойно себе. Ты вернулся, да. Аарон, мой старый друг. Я не Аарон, я Хаундина, ты забыл? Ты какой-то не всемогущий, только можешь орать с помощью эхо. И думаешь, это что-то крутое. Ну, чувак, это обычная физика. Эхо, это обычная физика. Здрасте, мордась. Попал ты вообще у меня, урод. И все. А остался какой-то твой драуг бесполезный. Кори, что ли, старшего брата позвал? Самого жилистого. Угу. Ну вот иди отсюда. Ты до куда пришел, мужик? Фамилия Таджик, иди отсюда. Я не хочу с вами драться, ребят. Я так вот сяду и буду обижаться на вас. Тупо молча. Они не пойдут за мной, да? Хорошо. Будем сохраняться потихоньку и ждать до тех пор, пока мне не накопится магия. Потому что это самый разумный выход, который я вижу. Вот как мне драться с скелетом, когда у меня нету магии? А он же непростой. Он же непростой скелет. Он магический. На нем тряпка висит, которая добавляет ему плюс 900 к защите, я не знаю. Пойдем посмотрим, что изменилось. Екс. Я думаю, они тупые и не услышали звук открывающейся калитки. Здорово. Я тихо ползу, ты меня не должен видеть. Я сливаюсь с тенью. Я и есть тень. Врубаешь? Понятно, меня спалили. Мистер Скелет... Здрасте! Лидия приперлась. Очень вовремя. Максимально вовремя. Ой-ой-ой, как мы можем. Как мы можем, посмотрите на него. Машет топорь. Здрасте! А вот и твой старший брат пришел. Убьешь его? Я этим займусь, беспокойным дебилом. Ты орёшь-то? Вот да, орался. Стрелу поймал в задницу. Давай мочи его. Он лох какой-то, я не знаю, что с ним не то. Ты шутку вспомнил в голове или что? Не понял просто прикола, почему он смеется. Он умирает. А возможно, знаете, что это? Это знаете, как в фильмах, типа... Это еще не конец. Ха-ха-ха-ха. Вот типа того, что-то я не знаю. Как будто самая жопка меня будет ждет впереди. Возможно. Возможно, я не сомневаюсь, не спорю. Я вижу только туннель какой-то бесконечный. Для чего-то. Сейчас мы... Здорово! Тебя-то я искал всю жизнь. Лидия, раздевайся. У меня для тебя новая броня. Топор выбросить, чтоб людей не позорить. Не смешить. Куда ты ушел? Ты смотри, крыса что делает? Вот крыса, а? Так даже скелеты не поступают. Оп. Оп. Уворачиваюсь как могу. Ты серьезно? Он сам подошел. Вот ты тупой, костлявый. Вот ты тупой, ей-богу. Лидия. Я все еще здесь. Так я вижу. Я с радостью понесу. Что такие очевидные вещи говоришь? Ты сейчас скажи, что ты девушка, я не знаю. Не на себя, на нее. Красотка, ты посмотри на нее. Осталось ботиночки найти. А у меня есть ботиночки, нет? Железные перчи. У меня у самого кожаные. Потому что я качаю легкую броню. Фига их таскаю, кстати. Вопрос такой. Обалдеть. Вот это бабища мощь. Вот это она лютая. Накидайте лайков лютому. Не смог раньше, почему? Потому что не знал о тебе? Потому что не знал о квесте?
Или еще что? Ты кто такой? Ты это что ли? Архимаг? Только злодей, судя по всему. Кто там рычит? Тролль, Миша. Эй! Я вижу кучу костей. Меня это не радует. Слышьте, пацаны. Скелет. Это медведь, да? Это тролль! До свидания, мистер тролль. Нам на помощь нужен Атронах. Вот он. И собака. Я всех позову, всех, кого могу, вызову. Оп. Понятно. Я могу призывать только одного. А я вот сейчас в голове думал, я смогу двоих сразу призвать или нет. По факту я должен был, потому что один через посох, а другой через мое умение. То есть это разные вещи. Так, все логически подумать. На тебе, урод. Ну это хана, ему тупо хана. Он не успевает отличиться, бомб. Сейчас я возьму тоже что-нибудь. Поударять по нему. Только мне нечем. У меня есть только лук. И колун. А оно мне зачем? Я он, норскими стрелами постреляю. Давай. Опа. Он пытается лечиться, ты смотри. Он пытается лечиться, офигеть. Это самый читерский пацан. Я думал, только ледяной лечится, потому что он, знаете, типа самый крутой, он ледяной, белый. Флексит парень. А оказывается нет, оба два лечатся. И обычный, и... Не, мы его не выиграем. Я не знаю почему. Тупорылая игра придумала какие-то правила для них. Это максимально тупо. То, что он лечится. Я понимаю, ребят, хардкор, все дела, но... Ну не ультра-хардкор же, ну... Тогда сделали бы всем ботам, чтобы они лечились за секунду. Мы ему ничего не сносили. А Лидия уже горит в красном ХП. Клёво. Атронах, стреляй максимально, как ты можешь. Весь свой урон, что у тебя есть, просто стреляй в него. Только попадаешь. Чё ты делаешь, а? Да слава тебе, господи, попала. Ты смотри, ему насрать. Все, что мы делаем, ему тупо наплевать. Угу. Я пошел, в общем. Лидия, как закончишь, догоняй. Я не хочу с ним разбираться. Тупо неинтересно, нет времени. Сори. Я пошел. Какое поражение? То, что я не могу его выиграть? Так он лечится, сори. Здорово, скелет. Я ненадолго пришел сюда. Ага. Ага. Ой, сколько у вас руды, слушай. Как этим? Хотел сказать, как на кексах, типа, нарисованные бывают, там, глазурью или что, чем рисуют. Вот, типа, того, все красиво. Это прикол какой-то, да? Это прикол. Скажите, пожалуйста, что это прикол, я не знаю. Тихо. А где выход? Это был прикол. Выжил, я выжил. Я выжил, я молодец. Эти со скелетами берутся. Вот дурачье. Хопана. Здравствуй, мистер скелет. До свидания, мистер скелет. Можно, пожалуйста, подобывать вот этой замечательной руды? Ой, еще быстренько добудем. Не будем мучиться с троллями. Скелетами. Давай, подруга, добывай. Нам это все понадобится с тобой. Понял, понял, я не добываю, я понял. Я не добываю. Тоже не добываю. Хорошо. Хорошо, я вижу передо мной опасность. Я беру так вот. Ждем, ждем. Хе-хе. До свидания, лошара. Я тупо вас отвлекаю, как детей каких-то, ей-богу. Ярен. Послал тебя вместо себя. Да, конечно. Он же такой лох. Он сам не справится. Сейчас приду, короче, мужик, все расскажу тебе, что было с Аароном. Что было с другими людьми. Там вообще в коллеге задница происходит. Здорово. Ты тролля ищешь? Понятно. Там эти призраки летают, драконьи. Это не лучше, чем тролли. Блин, я устал. Тролль, подсобишь немного, а? Тихо, малой, не попадай. Сейчас тролль им поможет. Если он поможет. Соблаговолит. Понятно. Бог мне поможет. С того неба. С того света спустится, точнее. Тролль. Все, иди поиграй. Иди играй с мальчишками. Вон там
Вкусняха пришла, косточки тебе. Молодец, дерись с ними. Да Лидия хорош, что ты сдаешь-то, я не понимаю. Ты же сильно бабища, должна справляться со всем. Еще, а она тупо встала, ей нормально. Слышь, там твоего брата убивают вообще-то. Почему я об этом знаю, а ты нет? Ты не считаешь это случайно неправильным? Здравствуй, скелет. Здравствуй, мистер призрак. А вы что, добренькие? Ну, вроде как, да. Окей. Я пошел дальше тогда. Спасибо за ваше гостеприимство. Там, если что, тролль летает, можете его завалить, я не против. У меня с ним, знаете... Здрасте! Вот это точно... Против меня. Вопрос на засыпку. Почему все меня ваншотят? Ну это же неправильно, ребят. Максимально неправильно. Зачем я меч забрал? Выброси его, я басы, я не против. Атронах, помогай. Это бабища, которая появляется здесь, она... Против того, что здесь происходит вообще. Она тоже лечится. Держу в курсе, она лечится. Я не знаю, что надо делать. С помощью багов каких-нибудь. Как в прошлый раз. На бесконечную магию. Только тогда я победю. А как забагать, я не знаю. А она пропустит меня, слышь? Если с ней не драться. Вот так вот. Обманул. Взять мох. Она убегает туда, куда мне надо. Это максимально нечестно по отношению ко мне. Надо тролля звать. Тролль не поможет. Тролль хороший человек. Я заморозился. Где тролль? Тролль, тролль, тролль. Тролль, брат. Иди сюда. Иди сюда, говорю, малой. Помоги, пожалуйста. Меня вот эти вот хрени убивают. Брат, ты же за меня. Победи их. Ой, 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 умница. Хорош. Ой, хорош, тролль. Хорош, давай. Мочи бомжей. Мочи бомжей, красавчик мой. Вот так вот. Вот так вот. Все, смотрим на батл. Меня тут никто не заденет никогда. Тупо использую в своих целях. Я бы хотел себе ручного тролля. Ага. И что там можешь издалека? На, тело шара. Ты такой дрищ, что ли? Что тебе будет в магии разрушения, интересно? Ага. Ага. А ты чё? Вопрос такой, знаете, на засыпку. Хотя сейчас цикуль добавлена. Нормально. С каких пор эти прыгают? Призраки. Да и вообще другие боты. Они же не имеют права. Ага. Там еще это есть. Женщина, королева типа у них. Держу в курсе. Пойдем разберемся. Я тебе пальцем ткну на нее. Я говорю, не со мной разобраться надо. А с женщиной этой. Ты видишь, она летает. Видишь, она летает. Это она. Она меня обижает. Помоги, пожалуйста, троллик. Тролля, помоги, пожалуйста, тролля. Тролля, 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 прошу, тролля. Не меня, ее. Тролля, прошу, как брата. Все. Вот так вот это и работает, господа. Это так вот и работает. Все. Тролль еще разбирается с ней. А я тихонечко свалю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Хи-хи-хи. Обманул я всех, молодец. Слышь. Лидия-то живая вообще, нет? Да, вон она. Что-то пытается там сделать против него. Лидия, забей, пожалуйста, это бесполезно. Они хиляются. Кстати, пока не хиляются-то. Что у нас по батлу? Они друг друга ударяют и тут же 100 хп себе делают. Мать дымок. Слышь, тварь. Ты моего любимчика убиваешь. Держу в курсе просто. Давай-давай, сейчас загасим его. Опа-опа-опа-опа-опа. Тихо-тихо, малой. Ты не имеешь права меня убивать. О. Троллю задница, походу. Троллю задница, ребят. Я помогаю ему как могу, сами видите все. Хе. Убили одного, хорош. Он крепкий. Он живущий тварь. Тихо-тихо-тихо-тихо, я на себя ее забайтил. Баран.
Это было максимально тупо с моей стороны. Максимально. Сейчас я помогу тебе, братан. Я здесь позову Таранаха. И посох заправлю сразу. Пока вы тут дела решаете свои грязные. Где у меня камушки? Нет, не так. Надо вот так через Т. Великий. Два раза крохотный бахнет. Нормально, я считаю, будет. Сразу ставим вторую магию. Все, наблюдаем за тем, что здесь происходит. Мы одолели дополнительных препятствий для тролля. Нафиг. Мать дымок, прощай. Мочи ее, тролль, мочи. Ты красавец вообще. Давай-давай. Ты куда пошел? Даун! Ты хозяина убиваешь, ты понимаешь? У тебя там противник посильнее есть, чем я. Прошу это. Иметь совесть и отстать от меня. Продолжай драться с ней. Я же тебе, главное, помогаю. А он еще тут сомневается, что-то спорит. Понятно. Понятно. Отошли. Я отошел, все, сражайся дальше. На тебе, бомжара. Одно хп. А Таранах? У меня сейчас рука. Знаете, как итальянцы любят делать, типа. Белиссимо. Вот то же самое я делаю Таранаху своему. Максимально точное попадание приносит убийство в нашу пользу. И с счетом 1-0 Хаун с троллем побеждают, мать дымок. Дымок же, да, я правильно сказал? Тебя, что твоя собственная сила тебя погубит. Ага. Держи в курсе. Это лишь для того, чтобы я стал сильнее. Тролль? Тролль, I have some troubles. Can you help me, дебил? Вот это возьми, пожалуйста. Ага. Еще как умеешь. Тролль, да не со мной ты дерись! Тупорылое животное. Лидия, здорово. Я смотрю, ты справилась? Как оно выглядит, конечно, бомбезно. Тупо лучшее бабище. Не, Лидия, я тебе честно помог сейчас. Но ты сам понимаешь, что это бесполезно. Он лечится. Оп, так вот. Ничего не забираем, потому что он бесполезный лох. Тупо уходим дальше. Уходим, уходим, уходим. Пока, тролль. Увидимся в следующей жизни. Там левели на 15-м, наверное. На 30-м. Я не знаю. Короче, будет время до вас. Че, минутку? Ты как живая оказалась? Ящерица. Ты же сдохла там, я видел твой труп. А, видимо, несколько было. Ага. А почему он спрашивает? Ты что, не мог сразу сказать, то что? О, убивают! О, сзади! Ты тупорылый, чувак. Ты права. Это я во всем виновата. Угу. Может быть, повернуть назад? Да, давай. Я не думаю, что это разумно. На обратном пути мы все можем погибнуть. А впереди нет. Дойдем. Ну, понятно. Пошли, единственный, кто выжил, говорит о том, что мы дойдем. Здорово, мистер. Почему собака-призрак? Я не понимаю! Призрачный боевой пес. А почему те призраки не могут со мной двигаться, а эти могут? Ты пришла? Подруга. Да тихо, тихо, тихо. Не убивай, пожалуйста. Не убивай, пожалуйста, я тебя прошу. Я тебе дам мясо призрачного. Ага. Опа. Америка, Европа. Не, не поднимайся. Не поднимайтесь, пацаны. Не поднимайтесь, пацаны. Лидия приперлась. Спасибо тебе большое за помощь, подруга. Огромное тебе человеческое спасибо. Что он делает? Это что за зеленые полосы? Мужик, ты попутал или что? Слышь. Нате. А собака-то откуда? Где Лидия? Она с лука. Я слышал, как она натягивает тетиву. Вот она. Молодец. Молодец, бабища. Еще бы мне помогла. Потому что я немного косой. Меч души губ. Что он делает? Что за зеленая полоса была? А поглощает 15 единиц запаса сил. Окей, говно, короче. Потому что так и так запас сил влияет только на сильный удар. А на дефолтный он никак не влияет. Поэтому я и говорю, что говно. Прими свою смерть.
Да я иду, что ты орёшь-то? У тебя вон один друг умер уже. Мяти. А чё, походу в люк надо нырять, да? Я правильно вас понял? Или я могу как человек обойти все нормально? Видимо, да, я как могу как человек спуститься так вот. Аккуратно. И, собственно, разобраться с этим драугом в следующей части, потому что время зашкаливает. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Всем пока.